Пожалуйста. Здравствуйте, простите, пожалуйста, у меня такой вопрос. 12 февраля в средстве массовой информации появилась достаточно информация, достаточно резонансная неделя, связанная с одним из сотрудников полиции, Александром Левадным. И вы на пресс-конференции сообщили о том, что ведется проверка, и в самое ближайшее время вы сообщите подробности происшествия. Потом появилась информация о том, что Александр Левадной имеет судимых родственников, вообще не совсем законно занимал должность в полиции. С тех пор прошло уже более чем полмесяца. Что вы можете по этому поводу сообщить, когда новая информация появилась? Потому что дело, честно говоря, достаточно резонансно. И здесь наш город попал во все средства массовой информации и не с очень хорошей стороны. Спасибо. Ну, пресс-конференции я никакой не давал на этот счет. Я общался с журналистом, который потом разместил то, что я сказал, что проводится проверка, да, будут приняты меры, если будет выявлен его причастности или нет. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело Следственным комитетом по статье 207 Уголовного кодекса. Проходит расследование в комитете. Да, Левадный являлся сотрудником органа внутренних дел по городу Якутску. То есть муниципальное управление занимало должность начальника дела по борьбе с экономическим преступлением. Но в то же время он отработал в нашем подразделении чуть более года. Был переведен из при реорганизации подразделения МВД, когда был дальневосточный у нас тоже. Подразделение его был переведен в сезонном порядке в муниципальное управление. В течение года практически данный сотрудник, в течение где-то полугода он работал, более полугода он находился на больничных и переводился в другое подразделение нашей республики. Буквально, когда это все произошло, с ним был этот факт. Он был, в принципе, еще числился нашим сотрудником, но буквально через несколько дней должен был быть для несения дальнейшей службы в другой район. Ну, это не говорит о том, что это не сотрудник нашего министерства, да, и все эти моменты, которые были озвучены как массовой информации, в частности, что там этот человек. Мы будем говорить так. Проверка будет проведена, правовая оценка будет дана Следственным комитетом в рамках уголовного дела. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел на основании проведенной служебной проверки Министерства внутренних дел Республики по отрицательному делу. Идет следствие.